стоит номер один, а мы республика, которая должны производить не менее, это минимальная цифра, 4 миллиона, ну и больше тонн зерна. И, конечно, без современных качественного хранения, даже переработки, сложно прогнозировать какую-то свою деятельность. По хранению это около 2,5 миллионов тонн в республике. Есть еще дополнительные склады, которые имеют хозяйство. Но вот данный проект, он, если говорить по хранению, это дополнительно 120-150 тысяч тонн хранения.